3, 2, 1! Тысячи человек в воскресенье пришли к Дублинскому мосту Сэмюэла Беккета. На нем состоялось установление нового рекорда Гиннесса. Самая длинная в мире живая цепь волонтеров станцевала традиционный ирландский степ-танец в стиле ривер-данс. Всего в линию выстроились 1693 человека из 44 стран мира. Помимо самих выступающих, на месте также собралась большая толпа зрителей. В центре выстроились 100 участников труппы «Риверданс» под руководством знаменитой танцовщицы Джин Батлер. Будучи американкой с ирландскими корнями, Батлер стал знаменитой после первого выступления группы «Риверданс» в финале Евровидения в 1994 году. После этого шоу этой труппы обрели в мире неимоверную популярность. Чтобы принять участие в установлении рекорда, всем участникам необходимо было освоить базовые движения ирландского степа. Зрители в восторге. Это огромное удовольствие быть здесь, очень трогательно быть частью этого. Здесь столько танцоров разных возрастов и разных национальностей. Мы очень гордимся, что сегодня представляем нашу страну. Очень здорово быть здесь, наслаждаться этим грандиозным действом и получать удовольствие. Это были просто потрясающие два дня, очень солнечные, яркие и сухие. Все в хорошем настроении, все хотят танцевать. Мне всегда нравилась труппа «Риверданс». Я видел ее выступление в Ванкувере, поэтому решил попробовать принять участие, даже несмотря на свой возраст. Согласно книге рекордов, продолжительность танца должна была составлять не менее 5 минут. Предыдущий подобный рекорд был установлен в американском городе Нэшвилл. Там в линию выстроились 652 человека.